я в поликлинику собралась. Сейчас я вам покажу. Вот. Приехала, сейчас поднимусь к неврологу, спрошу, ну, что про печать. И узнаю, чтобы сделать мне рентген руки. Может быть, если здесь не делаю, то где делают, уточню эту информацию. И потом уже выйду с вами, поделюсь. В общем, в больнице я провела меньше 1 минуты. Зашла, врач посмотрела, поставила, и все, никаких, как вот ходила к другому врачу, все нормально, поставили нам печати, поставили подписи, сказали, извините, бывает, где-то, может быть, говорит, не досмотрели, может быть, где-то в другом месте они лежали, ну, что не открыли, не увидели. Ну вот, счастливая, довольная, что без всяких акцессов все прошло удачно. Сейчас я иду. Мы приехали, и Саша, получается, пошел с водителем Анатолием, пошли они там по делам, сходить им надо. Ну, а я вышла здесь маленечко, прогуляю сейчас. Я знаю, что они в сторону пошли банкомата, и пойду, попытаюсь их найти. Машина-то вот рядышком стоит, она закрытая. Ну, хорошо, на улице теплая погода, ветер. Поэтому за качество звука я извиняюсь заранее. Ой, где-то надо... Ой, чуть не упала. Ну, побежала их искать. Я спросила, как, в регистратуре. Говорю, ну, чтобы пройти рентген сделать. Мне сказали, что каждый день с 2 до 3 принимает врач по направлению. То есть мне надо сходить в свою поликлинику, господи, педиатра хотела сказать, к терапевту сходить на прием, напишет, и, ну, напишет направление, и потом уже сюда приехать и сделать рентген. Поэтому завтра мальчишек я веду в больницу, в нашу, и уже зайду на прием к терапевту и попрошу уже направление. Всем привет, наши дорогие! У нас сегодня прям жаркое такое утро. Собираемся мы в больницу, вызвали такси, я уже открыла ворота, жду. Сейчас мальчишки оденутся, выйдут, и мы поедем на прием к педиатру. Талон к терапевту я записалась на вторник на прием, и, ну, попаду, уже потом посмотрят, выпишут направление, и уже поеду в Кавказскую, сделаю рентген. Вам желаю отличного настроения, всего самого наилучшего, спасибо, что вы с нами, несмотря ни на что, мы вас любим, обнимаем. Ну и смотрите, какой у нас сегодня будет день и чем мы будем заниматься. Всем привет, привет. Куда вы собрались? В больницу. Больница. Ну-ка, Ярик, покажи свою щеку. Поворачивай. Где это ты вчера так сделал? Да, козочкам воду наливали, там была палка. Баба не заметила и поцарапал. Да? Да. Ну вот, опять подбитый у нас. Весь побитый. Весь побитый. А Петя вон гуляет. Петя гуляет у нас. Со своей невестой. Уже к соседям не ходит, да? Ага. Подружились. А со своей невестой гуляет. Ладно, да, все. Пошел себе невесту. Поехали. Вышли мы из поликлиники. Нам поставили Ярославу допуск. Все хорошо. И еще нам сказали, мы поговорили с врачом, и нам сказали, что Лор иногда так себя ведет. И, в принципе, не только со мной так случилось, что он так, ну, агрессивно себя повел. Поэтому у него такое бывает иногда. Ну, так, в принципе, он хороший врач, и поэтому все хорошо. Мальчишки уже сняли кофточки, и мы приезжали сюда на такси. Сейчас вызовем такси и поедем домой. Потому что очень сильно жарко, и пешочком нам идти до дому. Ну, они устанут очень сильно. Зашли в магазин «Пятерочку» после больницы. Захотели попить водички и ищут себя. Ну, выбирайте, дети. Ходят. Ну, вон в баночках вы просили. А Каролине сок. Какой? Не-не-не, детский сок, зайка, маленький. Да. Большие вы не выпиваете, он потом... Кого ты хочешь? Нет, чипсы мы с тобой договорились, что есть не будем. Понятно? Все.
Вышли с магазина, ждем такси. Купили они себе тут колу, пепси. Взяли еще баранки мягкие. И жвачки по 10 рублей в автоматах купили. В общем, растранжирили мамулю, да? Ага. Наконец-то к нам прилетели ласточки. Все как-то забывала вам показать. Они в гнезде там уже своих детенышей уложили. Я имею в виду, ну как, яички. Вот они у нас такие красотки летают. Прилетели. Я все ждала, думала, не прилетят. Нет, прилетели. Такие они у нас тут красотки. Летают. Маленькие. Спасибо. Я их так ждала. Не-не-не, я вас трогать не буду. Нет. Я очень рада, что вы прилетели. Пока я ходила в поликлинику поставить печать, Саша ходил в Магнит, там рядышком с нашей поликлиникой, покупать воды себе. И увидел, говорит, рядом с кассой, здесь, говорит, продавались рассады огурцов. Вот он 2 стаканчика купил, говорит, по акции были. А то, говорит, продавцы, говорят, уже жалко, скоро, говорит, огурцы будут это. И уже здесь нижние листочки уже подсыхают, вянут. Ну, цвет скоро будет тут. Ой, как мне сфокусировать-то показать? Вот так. Скоро огуречики будут здесь, да они уже почти. Где тут вот так вот уже первые будут плодоносить нам давать. Сейчас жара спадет и посажу в темное местечко. И как раз сразу же подвяжем их, чтобы они не падали, не ломались. Не умею я еще нормально телефоном пользоваться, чтобы сфокусировать четко. Пришла я тут на участочек, а Олечка у нас тут... Вот что она делает. Плюхается. У нас 28 градусов. Счастливая, как ребенок. Здравствуйте, наши друзья. Вот так. Вода уже в это... Как, повытекала? То, что с бортиков посливали, надо дополнять ее. Все, я прощаюсь. Осторожно, не ударься. Счастливо. Ой. Это купаться тоже мать. Не, я пойду попозже. Смотри, как я умею. Давай. Вот так она у нас умеет. Классно. Классно? Здорово. Ой. Сейчас жара маленько спадет, пойдем делами заниматься. Ой, вообще круто. Круто? Ой, забрызгала меня всю. Не надо никуда далеко ездить. Конечно, все рядом дома. Ага, не говори. Ну ладно, купайся. Вот чем они занимаются днем, когда жаркая погода. Все горит. Вы меня разозлили. Ярки, иди сюда. Не прыгайте только. Только не прыгайте. Не дай бог ударитесь. Не, мать, мы не ударимся. Не ударимся. Артём, тебя не решили? Донечка, покажи, как ты купаешься. Привет, привет. Покажи, как ты купаешься. Ну, покажи, как ты купаешься. А как ты ложишься? Как ты ножками? Ко-ко. Как ты ножками? Ну-ка, ложись, давай, ножками. Давай, ножками, давай. Булькай, булькай ножками так. Буль-буль-буль-буль-буль. Она отдыхает, лежит. Домой пойдем? Нет, говорит. Каролиночка смотрит, как папа у нас катается. У нас теперь вот такой автомобиль. Папа поехал кататься. Ой, доча, да, скажи?
Папа, скажи, как что выдумает, да? Пойдем домой. Катится. Сегодня занимаюсь огородом, хотя на улице жарковато, но все равно для меня терпимо. Пропалываю здесь свеклу. Я садила здесь, ну, как бы вот так вот, вот где-то получалось, что прям рядышком получились. Местами где-то выдернула во время прополки, где-то вообще, получается, промежутком большим не взошла. Я думаю, может быть, подсадить или не нужно. Вот такая у меня тут густая трава, это уже кусочек остался. Я сейчас пропалю ее. Сырая стоит, потому что, ну вот, мы утром не поливаем, стали поливать уже поздно вечером. И хотя очень жарко на улице, но влажная стоит. Так как была травой же, здесь все было усыпано вот такой вот густой. Поэтому влага здесь, конечно, сохранялась дольше. Сначала пару дней назад вот так вот тут было в грядках. Тут тоже у нас свекла, мелкая трава уже хорошо подросла. Но если ее сегодня не прополоть, завтра, послезавтра она будет же вот такого же размера. Вот этот участочек у нас зарос, можно сказать. Сейчас я это все буду пропалывать, убирать. Солнышко скоро не так будет сильно печь, напекать. В общем, сильно полить, точнее, все собрала в кучу. И здесь вот эту участочку я сейчас уберу. Я потихонечку сижу на стуле и убираю. Где-то на коленках. Поэтому я себя, ну, не показываю. Коленки грязные, руки тоже. Эту сторону участка сейчас уберу и потом уже посажу вот эти вот огурцы, которые с магнита. Вот так все у нас выглядит. А и потом, вот сейчас, как я это все доделаю, и пойдем уже заносить сено. Там оно у нас уже подсохло, но вот эта трава, которую мелко скосили, она прям хорошо так подсохла, мы переворачивали. И будем заносить уже, собирать все. Топчет. Первый раз вижу, как это делают. Господи. Венька, Катя вот тут рядом была, ты что делаешь? Бесстыжий ты, а? Танцор. А чё она присела? Вон и Катя там ходит. И стал. Ты посмотри, какой шалун, а? Присела передохнуть, а он тут вон чудеса на виражах устроил. Катя, ты почему за Венькой не глядишь? Так. Оп, выглянула и сбежала. Маленький удаленький, ой-ой-ой. С Петькой дрался, победил. Ой, ой, гордой походкой красавец пошел. Ну вот, убрали мы наше сено. Юлечка пошла попить водички, сейчас придет. И мы начнем с ней дальше все убирать, перетаскивать. Вот так наша территория сейчас выглядит. Ребятишки там играют. Юля вон уже с Димой улеглись. Немножко запыхались мы,
Ну, это ничего страшного, это нам полезно. Почему мы с Юлей сами решили складывать сено, ну вот собирать на участке. Мы с Юлей сразу Саше сказали, мы сами пойдем, потому что мы любим, как пахнет трава и как вообще этот процесс делают. С глубоким удовольствием побежали мы с ней вдвоем. Прямо аж играли на вантуфли. Мы хоть с бабулей проиграли, но все равно выпросили, мы пошли. Будем с вами в этом видео прощаться. Сейчас я выйду из-за тенечка. Дима прыгает. Так, я тут присяду. Мы с вами увидимся уже в следующем видео. Пойдем это все убирать. Спасибо вам большое за вашу колоссальную поддержку. От всего сердца благодарим. Мы с вами увидимся уже завтра. До новых встреч. Пока-пока.